Привет, мои прекрасные жители, меня зовут Анна Кафырина, вы на моем канале YouTube. Я сегодня хочу поделиться своим неожиданным расхламлением в шкафу в ванной, потому что как-то за зиму всего там поднакопилось настолько, что практически у меня уже вываливается оттуда всякие баночки-скляночки, плюс я теперь живу не одна, и мы делим эту полку с Ником. Вернее, несколько полочек с Ником на двоих. И вот я решила развести расхламление и выкинуть все ненужное. Или достать там на видное место баночки, которых осталось совсем чуть-чуть, и, собственно, избавиться от них, потому что кучу баночек с незакончившимися средствами уже утомляют, и каждый раз что-то доставать, убирать, и вот этот вот бардак меня бесит. Так что сейчас покажу, что у меня на текущий момент, и потом будем разбираться вместе. Вот мой шкаф. Наверху лежит фен. Шарики для тренировки вагинальных мышц, банки для массажа, фен, бритва Ника. На второй полочке всякие наши духи, туалетная парфюмерная вода, всякие штуки для макияжа. Плюс у меня здесь еще лежит запасная лампочка, если перегорит. Зачем она здесь? Внизу всякие дезодоранты, кремы, мои средства для волос, опять тампоны почему-то. В общем, кучу всего, сейчас будем разбираться. Помимо всего прочего, у меня, в принципе, здесь бардак. Тут вещи после спорта валяются. Пустая банка из-под жидкости для стирки черного. Валяется здесь инструкция, как напоминание, что батарейка села и нужно что-то с ней сделать. Опять вещи домашние. И у меня здесь два гробика, которые сделал мой друг. Я их использую как хранилка для украшений. Вот непонятно только, зачем мне здесь два. Нужно выбрать один и его оставить. Банка с гелем для обертывания. Тут осталось вообще на один раз. В общем, надо его сейчас использовать. Вот такой у меня получился набор. Даже на туалете осталось немножечко, что не влезло на стол. Сейчас буду из этого все оставлять только нужное. Закончила я разбираться, и мне сопутствовал успех. Так что теперь у меня прекрасная полка в ванной. Здесь осталась наверху плойка, осталось фен и бритвы только здесь живут. Здесь я оставила необходимое количество духов. Косметика, которой я пользуюсь каждый день, массажные банки, естественно, расчески. И на нижней полке у меня остались масло кокосовое, я им мажу тело, дезодоранты, кремы для лица, жидкость для линз и коробочка. И здесь всякие средства для снятия макияжа, для волос, ватные палочки и вот это средство пшикалка для ног, чтобы не воняли. Но что могу сказать, что вот, например, вот эта часть, это те средства, либо которые дублируются, либо кисти, которыми я практически не крашусь, только на какие-то там отдельные мероприятия. Косметика, которой я редко пользуюсь, и я это просто решила убрать подальше в дальний шкаф на хранение. В общем, поскольку я редко этим пользуюсь, это не нужно на ежедневной основе. И у меня образовалось много чего выкинуть. Например, я сейчас уже переоделась и намазала на себя вот этот вот гель для обертывания. Какие-то старые коробки, бэушные. Я заменила сейчас старую бритву на новую. Вот это самая косметика, которая уже просрочилась. У меня тут какое-то количество помад, которые уже все. Всякие разные консилеры, средства для глаз, в общем, тоже средства для глаз и крем для рук, который уже тоже там осталась одна капля. В общем, я сейчас его вскрою, и он закончится. И что я нашла? У меня здесь аж 6 запасных коробочек для линз. Ну, я могу понять, что вот там одна или две, вон в них жидкость плавает, это типа там запасные в поездке я беру, ну зачем столько? В общем, от всего этого сейчас буду избавляться и выкидывать.